В панических атаках это очень сложно, потому что тут нужно все-таки обращаться за помощью. Я рекомендовала бы все-таки вызывать экстренную медицинскую помощь. Потому что иногда эти атаки могут закончиться каким-то срывом, да, тяжелым срывом, который будет характеризоваться тем, что одышка появится, боли за грудиной, еще что-то, что спровоцирует какой-то, может быть, приступ и так далее. Поэтому если это короткая атака, которая вот прошла и все закончилось, это нельзя оставить. Это не значит, что это не повторится. А если это будет повторяться изо дня в день, каждый день, это, во-первых, изматывает, а во-вторых, это признак того, что надо обращаться за помощью медикаментозной коррекции.